Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зевса. У нас сегодня интересная игрушка, которую ссылочку я вам оставлю под видео. Это в стиме «Гнев ноги». Здесь будем и ногой, будем и стрелять ботов. Короче, будет очень интересно. Поэтому, кто не подписан, игра интересна. «Гнев ноги» называется. Кто не подписан, можете подписаться. Я на Warface сейчас не делаю ролики, потому что там ничего интересного нету. Поэтому, думаю, оцените это видео. «Гнев ноги». Подпишитесь на канал, кто не подписан, поставьте лайк обязательно, не ленитесь. И напишите ваши комментарии, как эта игрушка. А мы начинаем, давайте посмотрим, на самом деле. Здесь и Discord есть, и Steam, как видите. Давайте посмотрим, что это за гнев ноги. Мне тоже интересно. Давайте посмотрим сейчас. Первый у нас что там? Нам надо двигаться, что ли? Так, ну чё? Как ногой? Ногой. А, вот. Ногой у нас получается Е. О-хо-хо-хо-хо! Вот это круто! Так, а у нас пистолет, что ли? Вообще ничего нет. Чё-то я... Иди ты знаешь куда, чувак. Ничего себе. Вот это круто, пацаны. Гнев ногу. Вот это. Подожди, подожди. Твоих сразу. Подожди, а это можно взять? Я не пойму. Это я только с ногой убиваю. Отдыхай, братан. А пистолет здесь что-нибудь есть? Или нет? Отдыхай, братанчик. А это я что-то не понял, только ногой что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это красиво. Вот это красиво. Вот это гнев ногой. Подожди. А что только? Бочка. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, меня ебануло, серьезно? А что, мне с самого начала надо, серьезно? Гнев ноги. Пацаны, отдайте мне какое-нибудь оружие. Я могу какое-нибудь оружие взять. О-о-о, давай, давай сюда. Короче, надо с самого начала быть готовым. Потому что они... Если бьют, бьют точно каким-то. Не в ноги. Так. Так. Сразу надо готово. Это гнев ноги. Так. Двоих сразу. Это двоих просто. А где у нас комната? Чего? Здесь походу. Очень опасно сейчас. Вот она. Вот здесь было опасно. Потому что мне чуть. Так, понятно. Гнев ноги. Какая-то розетка, не понятно. Диван какой. А, я прошел уровень. Ничего себе. Вот это гнев ноги. Все, что ли? Прикольно, прикольно. А это дальше, да? Ну, короче, здесь работаем только ногой, как я. Короче, не ошибаться. А вот дверь. О, пистолет. Это круто. Пистолеты не бесконечны. Ничего нету. Короче, я что-то там... Я понял. Короче, я понял, здесь пистолеты не бесконечны. Ага.
Ничего себе, чуть не... Да, мусорка какая-то. Прикольно. Плоховатому. Там чего? Ну, могу через стену, ничего себе. Их через стену убил. Так. Они еще и живы, ничего себе. Здесь надо быстро, то могут убить. Так, а что? Давайте по... Сам не умер, а там новые. Ничего себе. Нет. Самому не дали прикурить. Вот это да. Видите, мне кровь что-то хрущет. Могу поменять пистолет или... А, во, могу. Левую клавишу мышку нажимаете. И вы возьмете пистолет. Вот. Здесь пистолет на... О, уровень. Круто. Уже третий уровень. Вот это круто. Это круто, пацаны, прикольная игрушка. А пацаны? Я думаю, сейчас посложнее. Главное, что... Это прикольная. Музыка... Музыка тоже прикольная. Я взял другую. Пистолет, вот он. Пистолет закончились под. Вот он. Еще выжил. Какой-то чувак. Так, отлично. Понятно. Ой-ой-ой, пацаны, а как вы думаете, я вернусь здесь обратно? Подожди, а это какой уровень? Я не знаю. Это я с самого начала, что ли? Походу где-то. Ой-ой-ой-ой, ну игрушка интересная. Да не так много весит она, 2 гига с чем-то. 2 гига. Так, ему давайте мы пистолет этот давай меняем потом. Пистолет надо менять. Патронов нет. Вот, троих сразу. Так. Это пистолет. Потому что это будет жесть. Там засада была. Что там у него там было? Я что-то... А музыка прикольная, пацаны. Я сделал ее просто потише. Сделал ее потише. Его убил. Так, так, ну. Меняем пистолет. Короче, первая попытка у нас неудачная была. Я думаю, потом будет поинтересно. Кто-нибудь помощнее, да? Может. Он только пистолет получил. Черт. И патрон остался. Зараза. Давай вот сюда посмотрим.
Пацаны, я советую, прикольная игрушка. Пак был. Чё? Пистолет. Так. А где пистолет? Вот пистолет взял. Ой-ой-ой-ой-ой! Здесь если один удар пропустить это и смотрите с самого начала вас переводят просто. Это плохо. Это плохо. Так, вот у нас. У нас количество патронов ограничено. Так, я только прошел три уровня. Что-то четвертый не могу пройти. Ну, вы сами видели, что. Снимать. Очень быстро снимает хп. Так, давайте мы патроны вот. Хп как-то. В засаду сидит чувак, как всегда. Это понимаем уже. Черт. Так, и вернуться. Так, один патрон остался. Оху. Че? А, там. Чувак, давай патроны. Как-то рисковать можно, но опасно, пацаны. По комнатам, каким? Это опасно, да? Черт, чуть сам не сдох. Есть пистолет. Это и где-то комната еще. Или нет, или только там, я не знаю. Это круто, пацан. Ой-ой-ой, сколько там сидело, чуваков. Вот это да. Что, меня бесит с самого начала вот играть это. Да отдыхай уже. Я реально еще в эту игру буду играть. Сука. Пацаны, реально просто, когда ты пытаешься уже дальше идти, уже сложнее. Поэтому можете попробовать сами, что очень сложно. Дальше идти. Это круто. Надо, короче, я первое ощущение этой игры, конечно, я. Только три раунда прошло. Так, нет. Один. Короче, мы. Да какого? Что-то у меня пистолет. А, вот тут. Здесь вот моменты есть опасные. Есть опасные моменты, когда снимает хп, но не видно, кровь.
О, он умер, я тоже. Пацаны, сколько минут-то уже идет у меня игра? Это просто жесть, невозможно пройти. Да знаете почему? Я думаю, там подальше, если идти, я думаю, там дробовик нам дадут. И у нас на пистолет ограничение по патронам. В чем прикол? Меняем оружие, потому что... Ой-ой-ой. Да, вот это да у нас, блядь. Пацаны, реально, я... извините за слив, но это просто нереально, просто пройти. Ну просто надо привыкать. Я не знаю. Я не знал, что сука могу сливаться. Вот и чувак там. Так, у нас патроны есть? Давай пропустим. Черт, нереально, нереально. Я не знаю, сколько там у нас минут. Проходим в этот. Я не могу пройти дальше. Да дохните. Вот здесь я прохожу. Так, я патроны взял. Да, ну, реально, я хочу проходить до конца. Ну, у меня видеть. Пистолет взял. Ой-ой-ой, сколько там уже? 17 минут, пацаны, я не могу пройти это. Это просто жесть. А это прикольно. Это реально прикольно, пацаны. Я вам ссылочку на игру оставлю под видео. Реально, пацаны, прикольная игрушка. Можете попробовать. Но это просто жесть. Это просто бомба. Сука. Но получается у меня пройти дальше. Да потому что я только начал ее тестировать. Игру, как вы хотите. Поэтому я на этом, думаю, закончу, потому что видео и так длинное получится. Но я вам советую поиграть, она прикольная. Игрушка очень прикольная. Реально прикольная игрушка. Дальше я не пойду, потому что... Пацан. Потому что не получается. Только зашел, потестировал, конечно. Там видели первые два уровня, я проходил. А вот четвертый... Ну, три уровня, да, проходил. Четвертый как-то трудно пройти, но можно. Так что, до следующего видео, пацаны. Напишите, как вам игрушка. Я вам оставлю ссылочку под видео. Интересная игрушка. Советую, поиграть.